Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. На премьер-министра Армении Николу Пашиняна было совершено покушение. Как сообщила армянская активистка Анна Багдасарян, на кортеж премьер-министра Николу Пашиняна напали трое вооруженных людей. Можно было даже слышать выстрелы поблизости. Сообщается, что премьер-министр был ранен, написала она. «Мы прекрасно понимаем, кто это делает и зачем, и кто есть настоящий заказчик. Сразу вспоминается теракт в парламенте Еревана, который был совершен 20 лет назад. Также для того, чтобы не дать возможности мирного существования Армении и Азербайджана. А именно тогда они были очень близки к такой возможности. Обращаемся к этой группе лиц. Вам было мало войны и крови, и вы опять хотите реванша? Вы опять хотите привести к власти военного преступника-головореза, чтобы вновь потратить годы на вооружение, а потом опять силы захватить не принадлежащие вам земли? Да, я горжусь, что я участвовал в боевых действиях и горжусь тем результатом, который мы сегодня имеем. Вы хоть понимаете, что Никол Пашинян – это ваша последняя надежда на мир? Вы в окружении врагов, как вы сами считаете, и у вас есть выбор либо жить в мире с соседями и процветать, либо воевать. Но из-за вашей нацистской политики дашнаков вы потеряли огромное поколение молодых ребят, которых просто отправляли на убой как баранов, чтобы защищать чужие владения господ, которые оккупировали ваши отцы и изгнали отцов тех, кто вернул себе земли обратно. Нужен был вам Карабах? Вы же даже не жили там. Вы там все заминировали, что до сих пор разминировать не могут. Ни себе, ни людям. Молодое поколение либо уехало из Армении в поисках лучшей жизни, а кто не смог, тот либо умер на войне, либо был ранен. И вам все мало? Кто вас будет воевать? Женщины и дети? Армяне, вас обманывают. Ваша идеология не направлена на защиту армян и Армении. Ваша идеология направлена прежде всего против вас самих. Ваша нацистская идеология Дашнак Сутюн все дело для геноцида армян, чтобы в Армении не осталось ни одного армянина. За что вы так ненавидите Николу Пашиняна? То, что он проиграл войну? Так это не он проиграл, проиграл Сарксян и Кочерян. Это была их война, это была их армия, старая, советская, разграбленная. Пока Азербайджан вкладывал деньги в военный бюджет, они воровали. Они должны быть ответственны перед мировым судом и перед лицом армян за то, что повинны в гибели тысяч молодых парней. Они сами создали этот тяжкий груз и бросили его на Пашиняна. Что мог сделать Пашинян? Он мог бы отдать районы мирно? Нет, ему бы этого даже не дали сделать ваши же дашнаки. Он был заложником вашей идеологии. Или вы хотели, чтобы он не подписывал мирное соглашение? Вы же прекрасно знаете, что тогда в плен попали бы десятки тысяч армян, и Ханкенди был бы освобожден так же, как и Шуша. Так в чем вина Пашиняна? Протестую против Николы Пашиняна, вы сами выбираете войну. И все делать для геноцида армян собственными руками. Вы что, плохо жили в Азербайджане? Над вами издевались и совершали геноцид? Да вы лучше всех жили в Азербайджане, и все это знают. Вы имели высокие посты, зарплаты, квартиры, дачи, у вас было все самое лучшее в Азербайджане. И если бы не ваша идеология, то союз, возможно, и не распался бы. А если бы и распался, то вы бы сейчас были у власти в Азербайджане. И что, в этом тоже турки виноваты? Это тоже вы считаете геноцидом армян? Геноцид армян – это когда ваши идеологи-дашнаки создают провокации и теракты, чтобы столкнуть лбами вас и окружающих вас людей. После чего вам приходится покидать свои дома, что было многократно в истории армян. Разве в Сумгайте просто так началась резня? С пустого места? Разберитесь в этой ситуации, и вы поймете, что все это было спланировано заранее с определенной целью, которая удалась. Все вокруг виноваты и плохие, кроме армян. Вы часто говорите, что вот, вас всю историю никто не любит. Извините за бестактный встречный вопрос, а вы сами кого-либо любите, кроме самих себя? Армяне, отбросьте вашу нацистскую идеологию, забудьте прошлое, именно постоянные грезы о былом величии и топят вас в реках крови. Возьмите новую идеологию процветания Армении, суть которой была бы в процветании армян не за счет других народов и чужих земель, а за счет дружбы, мира и взаимного сотрудничества с другими народами.